Hi everyone, I'm very pleased to be able to share with you the new trailer for X-Men Days of Future Past, where I return as Wolverine. This is going to be, honestly, the biggest film in the entire X-Men franchise with a huge ensemble cast. I hope you enjoy. Профессор, вам сложно будет поверить. Меня прислали к вам из будущего, которое наступит через 50 лет. Что-что, повторите-ка? Да, это не шутка. Вначале стражи охотились только на мутантов, а затем на всех. Я проделал длинный путь, чтобы объединить и направить всех нас. Нам нужна ваша помощь. Передайте тому, кто вас прислал, что я занят. Меня прислали вы. Только вместе мы сможем остановить эту войну. Ты зверь? Я не понимаю, о чем вы. На вид хлюпика силёнки есть. Я сказал, уходите. Мы будем с тобой друзьями. Просто ты еще не в курсе. Нам нужна Мистик. Зачем? Ты бессердечная стерва. Давай без нежности. Где Магнито? Он монстр. Его держат в подвале самого охраняемого здания на Земле. Есть один человек. Он должен сейчас быть молодым. Он клёвый. Он зануда. Побег из тюрьмы? Это ж незаконно. Не пойман, не вор. Чарльз. Я тоже рад тебе, дружище. Да, весело будет. Появился новый враг. Вам понадобится новое оружие. Все, что происходит сейчас, в ваших руках. В будущем я выживу? Нет.